Хей, йоу, гейс, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Омега. Так, стоять. Умение было сказано... Мне... Где управление? Управление. Давайте я, наверное, поставлю... Прыжок, умение, переключение. Вот так. Пауза, спейс. Блин. Он же ничего не умеет. И у нас две развилки, да? Пойдемте в эту сторону. Пойдем влево. Добро. Ну, я понял. Это у нас игра, где мы будем возвращаться несколько раз назад. Либо нам дадут челика просто, да и все. Тоже как вариант. Тоже как вариант. Там был вид. А, это ты, доктор? Профессор Эйнхорн. Ах, вы прошли. Прелестно. Добро пожаловать в мою лабораторию. Что? Доктор Омега похитил ваших друзей? Кошмарная новость. Мне придется усовершенствовать телепорт, чтобы этого больше никогда не произошло. Но шанс спасти ваших друзей все еще есть. Видите ли, мы не можем добраться до доктора Омеги с тех пор, как он осел в цитадели. Цитадель — это настоящая парящая крепость, окруженная мощными силовыми полями. Недавно я узнал о деформирующем устройстве, которое способно ослабить эти поля. Но подобные штуки, скорее всего, доступны лишь высокопоставленным командующим. Я убежден, что если вы сможете отыскать этих командующих, то сможете отыскать и своих друзей. Но сперва придется разобраться с вопросом транспортировки. Поговорите с Максом, нашим местным пилотом. Ему нужна помочь с вертолетом. После этого сможете отправиться на поиски дешифрующего устройства. Я понимаю, что задание кажется пугающим, но я верю в вас. Возвращайтесь, когда раздобудете устройство. Удачи. Так, слушай. Вверх, вверх, вверх. Можно быстрее? Спасибо. О, песик. Вау. Бабуля Джейникс. Вы не видели мою внучку Голди? Она постоянно зарчает с этим проклятым медведем. О, медведем? Повар, лучше мясо в городе. Хотите взглянуть на ассортимент? Курятина. Восстанавливает 4 ОЗ. Тамблинский двойной бургер. Восстанавливает 8 ОЗ. Пир живота. Полностью восстанавливает здоровье. Ну, смотрите, в принципе, разницы нету. А я могу купить пир живота. Либо я могу купить одну большую, и я куплю две маленьких. Все равно цена одна и та же. Но здесь я сразу использую и отхилю один квадрат, и так я буду хотя бы хилиться нормально. Так, у меня же это все в инвентарь уходит, да? Где там? Так, да, а давайте я все куплю, остальное по одному. Все. Так, итого, что у нас там выходит? Бургер и голова. Так, да-да-да, полностью восстанавливают. Ну, погнали. Фрайшмит. Фредди. Привет, я Фредди, добро пожаловать в мою обитель. Я бы не советовал шататься по моему дому. Пусть
поскольку недавно его наводнили отвратительные насекомые. Если поможешь мне с ними разобраться, может забирать в себе все, что пригодится. О, отлично. Это типа мини-локация, да? Давай, ко мне. Отлично. Что за черепахи? А, хер там. Как мне вот эту херь убить? Не ясно. Пока что не ясно, окей. Да ёлки-палки. Да, это точно твой обитель. Да ёлки-палки. Кубик здоровья. Как мне вот это убить? Походу никак. Черепахи странные. Главное, прыгаем на голову, а ничего. Приятного пребывания. Блин, чел, извини, я не могу тебе сейчас помочь ничем. Морис, хотел бы я помочь тебе навалять доктору Омеге, но мне нужно следить за костром. Что ты ржешь? Взял, насрал. А, змей, если ищешь пушки, то... пришел к нужному месту. Специальная цена только для тебя. Что скажешь? Аварийный маяк телепортирует вас обратно в Тамблвид одноразовый. Усилитель урона винтовки. Увеличит урон винтовки сержанта. Увеличит так. Увеличение дальности винтовки. Увеличит дальность стрельбы винтовки. Урон либо дальность. Пока что я... Добро пожаловать в Тамблвид, паломник. Слыхал ли ты о благословенном человеке, странствующий когда-то по этим проклятым землям? Ему было неславно дар жизни. В руку доктора Меги попал он. И обратил ли его тело в кучу маленьких кубиков жизни? Если тебе выдается найти эти кубики, то приходи с ними ко мне. Опа-на! Рад снова тебя видеть, паломник. Хочешь обменять свои кубики жизни на благословение? Да. Мне жаль, но понадобится как минимум 4 кубика жизни. Ну, как я вам говорил. А значит, профессор прислал тебя помочь мне поднять эту ласточку в воздух? Дружу. А, движок накрылся. У меня совсем не осталось запчастей, чтобы его починить. Но есть и хорошая новость. Я знаю, где можно их раздобыть. Несколько месяцев назад в городе к востоку отсюда рухнул вертолет. Может... Можешь сходить туда и снять с него все необходимые запчасти. Хотя пробиться через всех этих ползунов тварей доктора Омеги, заполонившую округу, будет отнюдь непросто. Но, полагаю, это не единственный шанс. Вот, возьми батарею. Она понадобится, чтобы пройти через восточные ворота. А я подожду, пока ты не принесешь все необходимое. Блин, почему они на ней не сделали снаряжение? Ну ладно, побежали. Так, стоять, карта. Блин, мне нужна медведь, чтобы убить эту херь доспехом. Ей нужно нафармить денег и купить себе улучшение. Так, стоять. Дальность винтовки. Все, я вижу. Дальность гранатомета, урон дробовика, дальность дробовика. Я буду дробовик лучше вкачивать, я думаю. Ну, я не уверен, что... Мы скоро встретим дробовика. Поэтому пока нужно вкачивать то, что кто у нас есть. Да, у них дальность большая, слушайте.
Блин, нужно до конца дожимать прыжок. Так, а можно мне сохранялочку? Спасибо. Так, бомбардировщики. Блин, добавили бы это тоже, знаете, то, что боссов показывают. Ну, не боссов, а врагов показывают. Как их и зовут. Что они с собой хотят... Так. Пойдемте вниз. Ой. Блин, а у меня хп осталось отнюдь... Кусочек хп. Так, пойти вернуться к этому. Так, а я недалеко шел. Ну, погнали. Так, любое прикосновение к чему-либо меня убивает. Так, здесь у нас... А, у нас здесь эти механические твари, ё-моё. Блин, ну мне дыхать нельзя. Плюс мне нужно вернуться. Короче, 2-3 выстрела он делает и всё. Благословение дай ты мне, дружок ты мой. Ну хотя бы отхилился. Хром. Да, хочешь обменять? Да, хочу. Маг, ё-моё. Твое максимальное здоровье увеличилось. Хвала Господу. Ну, знаете, как этот, блядь, меня пульнул. Блин, я всегда забываю. Вот это, короче, уличный бой. Я знаю, как на русском, забыл, как на английском называется. А, Street Fighter. Во, вспомнил. Хрум. А ёлки-палки. Хотя бы они не фул отнимают хп. Это уже радует. Так, по фасту проходим это. Так, готово. Здесь у нас сменалка. Прикидываю, если тут сохранялка была. Так, как называешься? Заоблачная гора. Да? Так, сверху есть срез. Может, тут везде срез. Так, сохранялка. Сохранялочка. Подкат. А кто умеет подкат делать? Мне интересно. Черт. Штурмуем. Пока подкат не научусь делать, я не смогу никуда так далеко идти. Почему ты именно в меня попал, когда я решил пойти дальше? Ладно, у меня хотя бы хп есть дополнительное. Ну, ползать я не могу. Умение. Почему я не умею умение юзать?
в другую локацию, да? Пойдемте сюда. Пойдемте сюда. Может, я там хп найду. О, я аптечку здесь нашел, ничего себе. Ну ладно. Да, это было опасное место. Но у меня есть аптечка, что хилит 8 хп. 12, да, то есть. Я хотя бы думаю, интересно. Ну, у них только один радиус, он далеко. Кидать не может, и под себя он тоже кидать не может. Так, а здесь, мне кажется, мне и такого хватило. Ух ты, чё? Карта. Что-то я куда-то иду долго и нудно. Никуда не приду. Ну, погнали. Пешечка. ХПшечка. Я не пойму, куда, ребят, я иду. Я просто иду прямо. Ну, блин, дробовик там задержка, а здесь хотя бы нет задержки на выстрел. Ну того двойной прыжок. Еще кто-то подкатываться может. Хорошо, у нас какие-то роботы здесь появились. Так, ядовитая пропасть. Так, секретка. Нет. Секретку, короче, можно просто находить. О, ты самонаводящий еще, тварь. Не ожидал. Куда я иду? Я просто непонятно, куда лезу. Просто куда-то в горы. Ладно, хотя под хил дали. Что? Так, сверху ничего. Просто бегу, непонятно, ни боссов, ни цели. О, сохранялка. Хотя, может быть, сейчас босс и будет. Если я здесь сохранялку нашел. Хотя я уже долго иду, я сохранялку так и не нашел. Там вниз проход есть. А на что у нас внизу? Бля, я не достаю. Какой-то босс. Ну, погнали. Рестлер, нашелся наконец. Не слишком вежливо с тобой, с твоей стороны заставлять меня бегать за тобой по этим чертовым горам. Слыхал, что ты легко расправился с Делзером. Впрочем, неважно. Со мной тебе не сравнится. Окей.
камнепадщик. Зараза. Воу-воу-воу-воу. Жестко, жестко, жестко. Ё-мо, еще эти камни падают сверху. Давай, 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 давай. Все, я убил его. Хватило мне этого все-таки времени, чтобы его грохнуть. Игра сохраняла новое умение «Боевой перекат». Управление сержантом, нажмите кнопку уменьшения. Наконец-то, я теперь понял, что мне нужно делать. Все отлично. Побежали. Перекаты, перекаты. Все-таки мы босса нашлись с вами. Ну блин, тогда у нас игра какая-то такая короткая будет. Ну именно прохождение по... Я думаю, 19 минут, 21 даже. Довольно нормально. Плюс я могу здесь пофармить вот так монетки. Поэтому давайте на этом закончим, я думаю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.